Привет модельской братве, Икей на макете Пенсильвания, и начинаем вводную про поворотные круги. Я хорошо знаком вот с Walters, это 130 футов, такой классный с индексом turntable. Я сделал один сам на макет, и, честно говоря, ну, я поставил декодер и моторчик, и это мне больше нравится самому, как подгонять четко. Но здесь все рассчитано, можно самому запрограммировать любую позицию. И работает это так. Тот дисплей не очень люблю. Люблю телефон лучше всего. Ну, либо же крутилка. Вы общаетесь с accessory decoder. Значит, сейчас позиция CV-229. И... это, ну, скажем, нулевая, но в данном случае это TR1. К примеру, если мне нужно перевести на другую позицию, я беру крутилку, ставлю 200, ставлю 230, сейчас покажу, и этот поворотный круг идет на вторую позицию. Видите, там моргает 2. Если я то же самое сделаю, просто переведу на том же адресе в другую сторону, это как switch decoder, стол будет поворачиваться в противоположную сторону, это долго будет, и займет ту же самую позицию, то есть рожей будет наоборот. Теперь, если мне нужно пройти дальше, я иду на 231, 231, и буквально он двинется ненадолго, на следующее запрограммированное позицию. Теперь 232. Здесь можно 232. Да, я говорю, телефон это в 100 раз лучше. И еще немного. На табло как раз показывает, какая позиция. Четвертая. На данный момент я просто сделал короткий тест. Этого вполне достаточно. И если мне нужно вернуться на исходную, в ноль, позиция 1 в этом случае, 229. Так, 229. И в обратную сторону. Так. Я с удовольствием разберу других производителей, софтец, кто разные использует, но этот Walters я знаю хорошо. С iTrain, я думаю, будет работать очень классно. Вам, ребят, успехов, всего наилучшего и удачи. Давай.